Всем привет, дорогие друзья и любимые подписчики, с вами снова Гидеон, и мы продолжаем проходить Dying Light. Итак, дорогие друзья, отправимся мы сейчас вот сюда. Значит, проведем этого парня, как я и обещал, на базу, а потом посмотрим, что потом будет. Я пока не знаю. Либо дополнительные задания будем делать, либо сюжетки. Сюжетку. Дальше продолжать. Такс. Ну блин, из-за прыжков быстро устаю. О, все, отдохнули. И снова в бой. Так, вот этот чувак, он здесь сидит. Да. И горюет. Ну? Ну? Forget about the zombies. There is something far more terrible. A living nightmare that walks among us. Just calm down and tell me what's going on. I am Babar Kizel. And I am the victim of a most terrible and ancient curse. I am a lycanthrope. A what? A lycanthrope. A werewolf. You have seen the undead all around you. Is it so unlikely that other such monsters are here as well? The Nosferatu, the mummy, the lycanthrope. Dahlia the witch says I can be cured if I ingest a potion of garlic, wolfsbane, and a teaspoon of cinnamon. Help me collect these things and get me to another safe zone. I will pay you very, very well. Why do you need to reach another safe zone? One of the survivors here, I think he's a goo. Also, they tell me I have to leave because I'm a crackpot. И правильно сделали. Tonight is the full moon. We haven't much time. Yeah, I'd prefer not to drag this one out. Давай, веди. Чеснок, корица, волчий лыка. Прекрасно. Просто, мать его, прекрасно. Он еще и лает. Это прекрасно. Он лает. Гав-гав-гав. Ну все, он сдох уже, угомонись. Сам не угори только. Так. И... Да, отлично. Ну, беги дальше уже. Ох ты! Вот сволочь! Только отвлекаешь меня! Куда ты побежал? А, отлично, вернулся. И меня второй раз жрут. Волшебно просто, внимательно. Просто охренительно. Откуда взялись эти уроды? Боже ты мой! Да уйди от него нахрен! Ох ты, мать моя! Черт побери! Ремонтируй топорик. Он живой там вообще? Да вы достали, слушайте. Сколько можно? Черт побери. Долбанный ликантроп. Вот. Еще один. Мы тут, походу, всю округу собрали. А, еще и плевун где-то там. Пойдем. Реально, это отличная идея. Просто слиться отсюда. Боже мой. Да, вы просто не заканчиваетесь, уроды. Кошмар сзади. Отлично, бешеный. Давай, выносливость. Вот. Добить уже эту падлу, и все. Уровень силы новый. Прекрасно, наконец-то хоть что-то новое. Так, навыки. Сила. Убийственная лихорадка. Набирайте очки силы быстрее в течение 10 секунд после убийства врага. А, да, это клевая вещь, но не думаю, что она мне сильно поможет. Убийство оглушенного, это только на 12 уровне. Мгновенно убивайте оглушенных врагов. Да, это охренительная вещь. Так, метательным оружием до 3 врагов за раз. Фигня это все. Удваивает урон, наносимый метательным оружием, сюрикенами, метательными ножами или метательными топорами. Хотя, подождите-ка. Может, это выучить или... Нет, это двуручное оружие нужно. Мощный удар наносит огромный урон. Не знаю, учить мне это, не учить. Без понятия.
Давайте я попробую сделать в разброс. Удерживайте СКМ для прицела, отпустите для броска. Давайте попробуем. Посмотрим, насколько это будет полезно. Так, погнали. Погнали. Ну, ой, боже мой, бешеный опять. Опять за мной бешеный увязался, но потерял. Хорошо. Так. Все, отлично, потерял. Наконец-то. Хоть какое-то спокойствие. Фу. Кому-то помочь надо. Извините, ребят, я сопровождаю тут мистера Ликантропа. Отлично. Так, готов. Так, мне же надо поставить метательное оружие еще сюда. Другого нет? Ну да, другого нет. Так. Все. Давай, веди меня. Мы пока еще даже ни одной вещи не нашли, а нам надо три. Так, во, кажись, сейчас что-то достанет. Наконец-то. Отлично. Надеюсь, следующие будут недалеко. Давай, давай сюда. Есть. Фу. Давай быстрей. Давай быстрей, вон они уже. О, нет, он опять завыл. Черти. Какие вы все неладны. Так, один. Второй. Фух. Один сам на шипы налетел. Так, готово. Ну что, где там следующий? Ага, здесь. Здесь? Фух. Everything I need. Now, I will cure myself of this terrible curse. You may fire when ready. Ну, все, схавал. Что, изжога? Газы? Не сварение? That was disgusting. Yes, it was. Okay, I'm cured. Let's go. Отлично. Шли в башню. Она здесь рядом. Ну, да чё с тобой? Добежал, развернулся. А, ну... О, чёрт! Так. Да, извини, сейчас, конечно, не полнолуние. Ух ты! Блин, не успел. Так, тихонько. Как убить того, кто уже мертв? Даже и не знаю. Ты чё, ножиком в меня, что ли, попал? Боже мой. Чувачелла. Кстати, все, сейчас топорик на свалку уже отправится. Я так понимаю, это было последнее препятствие перед башней. Как и с тем чуваком. Предсказуемо. Надо сейчас топорик скинуть в магаз, пока он не стал совершенно бесполезен. Вот и все. Экзорцист! Это что такое? Фиолетовый! Я ж 3 могу сделать. Ни хрена себе у меня этих экзорцистов. У меня 14 электроники. Вот это круто. Так, клевец, клинок... В общем, кровотечение урон 1, электричество урон 1. Хотите, чтобы кровь ваших врагов буквально закипала, вытекая из уродных побитых тел? Конечно, хотите. Тупую травму можно сделать из клевца. О, круто. Так, тупая травма, яд урон уровень 2, это хорошо. Что у нас еще есть? Коварный клинок с уровнем 2. Так, и экзорцист уровень 1. Давайте я тупую травму сделаю. Хотя нет, я сейчас в магазин сначала зайду.
Good luck to you. And beware the moon. Yep. Прикольное задание, конечно, мне нравится. Так, во-первых, надо наборы доставить ему. Плюс 22500. Охренеть. У меня новый уровень, да, новый уровень выживаемости. 11-й. Класс. Так, на 12-м кошка откроется. Еще 55 тысяч и все. Что я могу сейчас сделать? Усилить щит можно. А, кстати, что вот здесь? Никогда не смотрел. Скидка. Стоимость товара уменьшается еще на 10. И научитесь лучше торговать. Стоимость проданных предметов. У-у-у. Классно. Может быть, мне сюрикены научиться делать? Даже не знаю, почему нет. Или щит улучшить. Отразить атаку в нужный момент. Щит окажется дополнительный эффект, электрический. Давайте, наверное, буду делать или же цену сбросить. Черт, даже не знаю. Давайте вот эти сюрикены возьму. Так. На следующем уровне уже наконец-то кошка у меня будет. Так. Отлично. Горящие сюрикены я научился делать. Чертежи. Кстати, сварщик можно замутить. Из тесака. Так, отмычки, взрыв пакеты, щиты, коктейли Молотова. Надо, кстати, сделать. 5 штук за раз, кстати, делается коктейлей. Вот это охренительно. Так, ракеты. Запустите одну из них, ее увидит весь город. Она будет держать на расстоянии мутантов, пока вы находитесь в луче света. Двойная выгода. Это ночные вещички. Во, горящие сюрикены делаются из аэрозоля, клинка и марли. А, вот для чего клинок нужен. Взрывающиеся сюрикены. Еще больше можно сделать из химикатов. Замораживающие. Из флуоресцентных грибов. И обычные сюрикены. Давайте... Сколько? 8 штук за раз делается. Вау. Класс. Давайте я сделаю еще взрывных. Охренительно. Так, инвентарь. А где они у меня тут? Где мои взрывные сюрикены? Метательные топоры. Вот он, но он серый что-то. 23 урон. Такая шляпа. Да. Это просто... Просто ужасно на самом деле. Просто ужасно. Так, где у меня задание? И... Да, мне надо наверх. Так, поднимемся наверх. Где здесь? Я пистолет должен отдать. Давуду. Так. По-моему, где-то он слева был, если не ошибаюсь. Да, вот он. Или выше даже. Выше, он выше был. Боже мой, все трясется. Что происходит вообще? Так, тяжелый колун за 13 тысяч. Урон 243. Ни хрена себе, он двуручный, что ли? Наверное, он двуручный. Обращение 29, понятно. Мачете Танто. А тут еще мачете Панго. Боже мой. Охренеть. Поварской нож. Мачете Танто. Давайте я возьму мачете Танто. Слишком уж круто все это смотрится. Или охотничий нож. Нет, я возьму охотничий нож. Он явно круче. Намного круче. Так, все. Вау. Охренеть. Шикарно. Железный клевец, мачете Панго, колун. Мне не хочется с двуручным бегать. Не люблю медленное оружие. Вот что-то среднее мне нравится всегда. Забойный нож. Охренительные шмотки появились. Просто, просто охренительные. Так, что у нас тут? Простой клевец 143, 133. Так, один пистолет надо сбагрить. Мне надо еще продать топорик вот этот. Пока он совсем в дерьмо не превратился. Так, ракеты, взрыв пакеты, коктейли Молотова, динамит. Нахрена он мне нужен, этот динамит? Буду опять таскать его с собой до бесконечности. Если у меня есть гранаты, нахрена мне динамит? А может и стоит оставить. Нет, я продам его. Так, эти я тоже оставлю. Забойный нож, 106, фуфло. Так, сколько тут урон? 132, здесь урон 54. В общем, до свидания. Ты мне не нужен больше. Извини.
Так, все. Сейчас посмотрим, что я смогу скрафтить. Так, можно сделать экзорциста из клинка. Или тупую травму из клевца сделать. Клевец, одноручный топор, небольшой молоток, ключ. Коварный клинок, это длинный нож, здесь тоже длинный нож. Электропила, длинный нож. Нужны длинные ножи. Как бы, я не уверен, подойдет ли мачете для этого. Может и подойдет. Так, давайте я сделаю экзорцист из охотничьего ножа, наверное. А что там с мачете-то, сколько он стоит? 12 тысяч, урон 169. Вообще надо тоже купить его. Мне нравится. Кучу денег потратил. Так, что у нас здесь теперь открылось? Можно сделать классику жанра. Но, опять же, это за ножи не катит. Мачете не подходит. Так что я его оставлю для какого-нибудь нового фиолетового, который мне по-любому дадут. У меня просто сейчас нет. Так, охотничий нож. Давайте вот так вот. Класс. Так, теперь тупую травму еще сделаем. Из простого клевца. Да, наверное, так вот будет нормально. Текс. Классика жанра только из мачете делается. В общем, все. Так, теперь... Не то, нет. Инвентарь. И давайте-ка мы, во-первых, охотничий нож сюда. Мачете заменим на простой клевец. Угу. Так, теперь мы охотничий нож улучшим. В разъемы поставим короля. Почему нет? Сюда мы поставим рыцаря. А сюда мы поставим чемпиона. Вот это будет клево. Так. И в простой клевец тоже что-нибудь поставим. Всего два разъема. Наверное, сюда лучше поставить будет... Так, это у нас прочность, убийца, обращение. У меня два чемпиона, оказывается, было. Ладно, давайте сюда поставим Бреттер и... Надо к урону чего-нибудь. А к урону ничего нету. Только самые крутые к урону добавляют. Ладно, Джаггернаут поставлю. Ну, вот так вот. Класс. Так, теперь давайте-ка наверх по лесенке и сдадим задание. Так. Вот. Так и стоит, ждет. You got it? Great. Here's the key I promised you. It's to my old pawn shop, you know? Used to be the best in town. Hey, speaking of the pawn shop, would you do me another favor? I need you to bring me something from the shop. You're going there anyway, right? What is it? It's a... Don't laugh, okay? It's a Ray McCall action figure. I know it sounds silly, but... It means a lot to my son. Ну ладно, для сына сделаю. Так и быть. Так, еще что-то, еще какое-то задание у нас здесь есть. А, это сюжетка. Ну давайте продолжим. Крейн, Саид told me about the explosives you guys found. How perfect is that? Jade gave them to him. Саид used to be on a bomb squad, so he knows about that stuff. Yeah, kid, that was a lucky find. Would have been better to turn up some antis in though. My buddy Omar is making sure Saeed's putting good timers on those things. We have to be able to get our asses out of there before they blow. Whoa, we? There's no we in this. I mean, yeah, that nest needs to go, and now it's possible, but if it gets done, I'm doing it on my own. But it's my plan. And I will execute it perfectly, I promise. But... Ah, shit. There's no use arguing with you, is there? Fine. I'll contact you as soon as Saeed's finished with the charges. Rahim, do we have a deal? I guess. Do we have a deal? Yes. We have a deal. Okay, one more thing. I keep seeing this bizarre kind of infected. Is Dr. Zara out at his trailer? I'd like to talk to him about it. Nah, he's down in sickbay visiting Dr. Lena. Thanks, kid. I'll see you soon. Отлично. Так, 10 тысяч. Тоже неплохо. Доктор Лена, доктор Лена. Я иду к вам, доктор Лена. Я скучал по вам и ждал нашей следующей встречи, как маны небесной. Доктор Лена, доктор Лена. Hey, Doc, you got a minute?
Oh, it's Kane. Yes. How can I help you? Crane, remember when I told you about that weird infected I saw? You know, the one who took one look at me and hauled ass away? Yeah, well, I just saw another one, and it did the same thing. Hmm. I believe I have heard your colleagues talk about those creatures. Bolters, they call them. Apparently, they favor certain areas of town over others, but only appear at night. I don't suppose you could catch one and bring me a sample of its flesh. You see, a thought occurred to me. A long shot, I realize. But if these creatures favor areas where I left my experimental bait, well, let's not get ahead of ourselves. Please do obtain a sample, but it has to be fresh. So you have to get it back to me quickly. Okay, and where exactly do I find these things? I'm told that quartermaster chap has been keeping track of them. Ладно. Пойдемте к квартирмейстеру. Он ведь назвал его квартирмейстер, да? Колдовщик, типа. Так, новые задания. Seems there's some survivors at the bazaar, and the witch is one of them. Guess if anyone's gonna bullshit their way to safety, it's gonna be Dahlia, right? Hm. Did you say she's a witch? She says she's a witch. She claims the infected won't even touch her, because of her voodoo hocus-pocus. They say she walked clean across the city without getting touched, at night. Maybe she knows something we don't. Yeah, maybe. Or maybe she's just completely full of shit. Mm-hmm. Или она просто обмазывается кровякой, как и я, собственно. Так. I saw some people in this school. Gotta wonder what they were doing there. Понятно. Еще один намек на задание. Так, ясно. Надо спуститься и там глянуть на задание, есть ли что-нибудь еще. А еще мне надо бы пойти взорвать дом. Ха. Так, ну давайте я, наверное, туда и направлюсь сейчас. Раз уж начали, надо закончить, я так думаю. Хотя, зима... Ой, то есть ночь близко. Опять задание? Боже мой, сколько можно? Электронные детали. Найдите электронные детали и принесите их Тойгору. Мне нужны электронные детали как можно больше. Мы увеличили дальность связи вокруг башни, но... передатчики на последнем издыхании. Требуются запчасти. Кое-что можно найти на автозаправках. В любом случае, все, что нашли, несите Тойгору. Мелки для детей. Ищите мелки в заброшенной школе. Требуются мелки. Малыши начинают скучать, а крики и детские истерики нам совсем ни к чему. Мелки помогут им скоротать время. Джейд говорит, мелки остались в школе. Если найдете, просьба принести их мне заранее. Спасибо, Кейт. Еще и деньги за это. Так, стоп. А, Тойгор. Ну, держи. Rahim's electronic parts. Don't expect the radios to work any better. The truth is, Rahim is trying to build a robot runner. He gets these crazy ideas in his head. Серьезно? Робот-паркурщик? Так, мне дали электрика. Так, электрик. Ключ или небольшой молоток. Электричество уровень 2. Неплохо. Неплохо. Так, где еще задание? Вон там еще задание. И еще одно задание, но... соревновательное. The scouts have seen people entering the school. Something's going on there. Да-да-да. Еще один намек на школу. Так, а что здесь? Да, кладовщик. What can I do for you? Doc Zera says you know where I should look for these bolters. Super fast infected, covered in big green blisters. Oh yeah, yeah. I can point you in the right direction. Here, here, and here. Though you ask me, if trouble don't come looking for you, no reason to go looking for trouble. Words to live by, thanks. Хм, понятно. Ночь наступила, да, что ли? Просто если так, то... не очень круто. Зона, захваченная бегунами. Хотя, с другой стороны, это же вот как раз то самое задание. Так, далее. А, это с ведьмой задание, а это у нас... школа. А где у нас... вот оно, вот оно. Нет, это ломбард. А где основная эта сюжетка? О, Мелиха... Мелиха снова хочет дать мне награду? Круто, я думал, что я ее прошляпил.
А где сюжет на это? Братья, сестры. Так, поймайте... А, это и есть основной. Поймайте бегуна в течение ночи и возьмите образец ткани. Жесть. Поймайте бегуна в течение ночи. Охренительно. Просто, мать его, охренительно. Так, ну, давайте сюда. Чё тут скажешь? Бегуны, так бегуны. Бегуны! Это уникальный тип мутанта, который может помочь в исследованиях Зера. Они появляются только ночью, их можно найти в местах кормежки, отмеченных на карте. Если вы планируете поохотиться на них, нужно вести себя очень осторожно, так как их легко спугнуть, а бегают они очень быстро. Можете его просто застрелить и все. Типа... А, кстати, как там мой клевец-то выглядит? Ни хрена не вижу. Hey, what's up, Spike? Just FYI, if you need me, I'll be at the ferry station helping Morgan prep the barge. Strangest thing, he said he got shaken down by some young man who sounded an awful lot like you. You wouldn't know anything about that, would you? Hey, I gotta run. I'll talk to you later, Spike. Uh-huh. Да-да-да. Так. Так, бегун, бегун, бегун. Где-то там. Мать его. Черт, прыгун уже здесь! Какого черта? Стоп, это... Не понял, почему он убежал? Так и должно быть? Ни хрена не понял. О боже. О боже. Боже мой. Это... Мутанты не были отмечены стандартными значками. Какого черта? Так, ткани бегуна. А теперь валим. I repeat, you are ordered to come immediately. That is all. Почему? Shut off the radio. Right. Почему я должен туда идти? Что за тупость? Аккумуляторы и брань. Ой, блин. Ой, блин. Ой, блин, мне бы сейчас замаскироваться. Было бы самое то. Так. Так, я почти добрался. Доктор Зера, я почти... Да черт побери, где я застрял-то? Фух. Я почти добрался. А я не туда вообще иду, не к доктору Зера. А, да, точно, он теперь здесь. Блин, вот дислоцируется-то, а. Фух. Охренеть. Крейн, come in, come in. Did you get the samples I asked for? Excellent, excellent. I was just telling Dr. Camden about... Hello, Mr. Crane. Glad to have you working with us. You sound like an impressive individual. Interesting stuff what passes for blood in this creature. Photosensitive. Quite deadly if used on a weapon, I'd wager. But I digress. My last bit of reagent here and a reserve vial of... Oh, my word. This tissue, it's testing positive for the recombined virus. Camden, do you know what this means? The meat experiment worked. When I dose the meat samples with the altered strain, it's had an effect. This could explain all the different mutations. But I can't. Camden could. He has the equipment, but we have no way to get the research to him. Well, you can talk to him on the radio. Why not share the info that way? There's too much data, Crane. It would take years. We'd both be dead and gone before he finished. Water, water everywhere, and not a drop to drink. What if I delivered this stuff to you, Dr. Camden? By hand. The data and the tissue samples both. Crane, getting from there to here would be insanely dangerous. Yeah, but it could mean a cure, right? You don't know how much this means, dear boy. To me... To all of us.
I'll contact you when everything's ready. You must go now. Much to do. Much to do. Ага, ну еще бы. Кто же еще, черт возьми, смог бы это сделать, если не я? Ткани бегуна — ценный материал. Используйте его с чертежами или выгодно продавайте. Wait, you what? Какого хрена, что? Fucking hell, Raheem, that was my job. Oh, right, because you're more qualified to handle explosives than I am. You're just a goddamn tourist. But listen, we messed up. Ну, конечно. Messed up bad. All right, what happened? Where are you? We're on the overpass, and it's all going to shit. Listen, head to the train yard. Find a place to hide. I'm on my way. Omar, behind you. Behind you! Raheem! Raheem! God damn it. А вот утром я не могу это сделать. Так, Дерек, что у тебя? Our scout spotted people entering the building. I'm on my way to get Raheem. Raheem? He's here in the tower. Нет. No, he's not. He and Omar went to blow that nest, and now they're in trouble. Like what? Fuck! Where'd they get the explosives? Well, I... Look, I stole them from Ryze. Oh, Jesus Christ! I'm close. I'll get him to safety, Brecken. You damn well better. You save him, you hear me? You save him so I can kick his fucking ass. Does Jade know about this? No, she doesn't. For God's sake, don't tell her. She'll go out looking for him. And I don't need her getting herself killed too. God damn it! Охренеть, блин. Блин, это ж мне так далеко идти. Ой-ё. Слушайте, ну... Я могу подождать до утра, а? Правда, я не могу здесь. Но ночью здесь шариться, сдохнешь. Еще до эстакады до этой добираться. Это вообще можно повеситься, на самом деле. Так. Ой-ой-ой, груз доставляют, да? Ой, груз доставляют. Где? Где? Вон. О, блин, я пошел за ним. Потому что ночью груз не забирает никто. А, черт, ладно. У меня, сволочи, совратили все-таки. Совратили меня, гады, этим проклятым грузом. Я отправляюсь за ним. Так, ладно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, я же нажал пробел. Почти перепрыгнул, а твою-то налево. Так. Обойдем этих проклятых мутантов. Где этот груз? Где-то вот он наверху. Опа, бегун. Бегун, смотрите-ка. Бегуна вижу. Пойду догоню его. Блин, что-то надо было сначала за грузом сходить. Да, что-то бегун слишком далеко. Прям очень далеко оказался. А рядом с грузом чертов мутант. Да, правильно? Или он... наверху груз все-таки? Нет, груз наверху. Воу, фига тут. Файер ночной. Так, аптечки. Набор помощи при ЧС. О, я 15 наборов помощи, что ли, собрал? Потому что мне ачивку дали, спасатель. Все, бегун исчез. А нет, вот опять появился. Блин. То нормально спрыгиваю, то нет. Так, а это далеко от эстакады-то? А, ну понятно. Ладно, я уже здесь, поэтому хрен с ним, не буду до утра ждать. В общем, как-то все так вышло, что делаю я все не по плану, ладно. Все не по плану, черт побери. Все всегда не по плану. Вот два дурака-то, а, поперлись. Я притащу тебя, мелкий поганец, к Брекину, и он надерет твою молодую задницу. Давай же. Вот. Боже ты мой, мутант здесь. Охренеть. Черт, 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 черт! Господи Иисусе. Кто там за мной? Кто за мной? Где?
Пошли нахрен. Пошли все нахрен. Нахрен. Ох, боже мой, я вообще не знаю, что делать. Я сейчас бегу. Бегун уже здесь. Господи, боже. Лечиться, 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 лечиться. Пошел, пошел отсюда, пошел. Да. Только этого мне не хватало. Только этого мне не хватало. Господи, боже ты мой, надо скрыться. Пошел нахрен отсюда. Бегом, 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 бегом. Бегом, бегом, бегом. Бегом. Бегом, боже мой, вот это погоня. Вот это, мать его, погоня. Черт возьми. Черт возьми. Господи, нахрена я это все ночью начал делать? Подождите, что значит обыщите тела? Кого убили? Его убили, что ли? О, господи. Господи Иисусе. Фух. 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 Я сбежал. Ой, мать моя. Черт что. В общем, пойду-ка я передохну, дорогие друзья. Фух. 7000 очков, кстати, выживания мне дадут. Ой-ё, ну вообще сдохнуть можно. Ну что же, сходим мы туда и проверим, что случилось уже в следующей части. Не дай бог он погиб, реально. Блин, очень жаль, очень будет жаль, если все-таки ребята погибли. Да. Потому что я пришел туда ночью, то есть можно было сказать, что вот ты не пришел туда вовремя, и поэтому вот они погибли. Сюжет такой нелинейный, супер-пупер нелинейный. Но я все-таки пришел туда, и там было задание обыщите тела. Так что я в любом случае бы не успел. Поэтому либо они сбежали, и это не их тела. Жалко, если Рахим погибнет на самом деле. Вот, либо все плохо. Ну что ж, на этом у меня все. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. Все ссылки под видео. С вами был Гидеон, всем спасибо и до следующей миссии.